Так, ребят, привет всем. Ну что, в долгий ящик я не стал откладывать это видео про наш уникальный аппарат, который найден у нас на просторах Германии, короче. Уникальный в том смысле, что он, ребятки, в Гугле, я его загуглил, там еще один такой стоит. Один. Точно такой же. И это у нас второй. То есть тот, который там стоит, стоит 250 евро. Ну, хотят, по крайней мере, за него 250 евро. Вот, я предварительно уже, я вам говорил, мы посмотрим, что внутри в нем стоит. Здесь вот стоит вот эта вот крутилочка для уровня звука. Предварительно я уже выкрутил, короче, шурупчики вот здесь вот такие. Вот, и, значит, дальше. Вот, называется он Спирапфон. Спирапфон. Короче, я загуглил, нашел такой аппарат. Непонятно, для чего он предназначен. Я не нашел нигде никакого объяснения вот этому аппарату. То есть, что он делает, чем он вам помогает. Ну, понятно, что мне одно понятно, что это был очередной лохотрон. Это, скорее всего, выпущено было в 2000-х годах. Вот, а может быть, еще дорожали раньше. Вот. Именно для того, чтобы, ну, как лохотрон. Их тогда много делали и у нас в России, и здесь, скорее всего, вот они вот, один из их представителей. Давайте его включим, посмотрим. О, слышите? Вот. Вот такой звук он выдает. Вот такой звук он выдает. Что он этим звуком делает, непонятно. То есть, вот здесь, давайте его сейчас переверну. Здесь написано Biofrequenz, Frequenz, Ausgleichgerät, Spirophon. Вот. Ну и все там данные, Made in Germany и так далее. Кто его производитель и так далее. Вот, смотрите. Funken, Stört, Nach. Да-да-да-да-да. Короче. Главное вот такое вот придумать название такое, знаете, замудренное. Такой прибор, блин, придумать и там объяснить, там это как это в рекламе где-нибудь, в рекламе в какой-нибудь, короче, это рассказать, что этот прибор там, короче, ну, я не знаю, изгоняет демонов вот этим звуком из вашего дома. Вот, и все, люди там, о, демоны, демоны, в нашем доме же, а, ну, нужно еще доказать, что там в каждом доме демоны живут и так далее, а этот вот, он их выгоняет. Ну, это я, к примеру, говорю, потому что, может, допустим, он помогает там от поноса, блин, таким звуком, а может, раскумаривает, ну, я не знаю, короче, вот. То есть, это мои просто предположения, что такой прибор делает. Вот он в данный момент вот так вот гудит, лампочки две горят. Я даже не это самое, не удивлюсь, что через какое-то время загорится зеленое, и это будет уже означать, что типа да, процесс закончен, вот, волосы ваши уже выпали. Вот, это как-то так. Вот, что, а, хотел же показать, что там внутри есть. Внутри у нас, ребятки, сейчас мы возьмем вот так вот два болтика, с помощью их попробуем открыть эту крышечку. Не очень получается. Давайте вот так вот. О, открыл. Значит, что у нас внутри? Внутри у нас какой-то блок стоит. Вот он, да? Здесь уровень звука, два динамика, и там внутри непонятно, что тоже нужно будет посмотреть. Ну, там какой-то стоит элемент, который вот такой звук выдает. Однозначно. Больше здесь ничего нет. То есть, вся эта функция этого прибора в звуке. В звуке, который он выдает. И, возможно, стоит таймер. На этот звук через какое-то время прекращается. Загорается зеленая лампочка. И на этом все. То есть, вот видите, еще замудренная картинка. На том, который я в Гугле нашел, там тоже такая же картинка. То есть люди заморочились сделать вот такие корпуса, вставлять туда вот такую шнягу. Вот. И лампочки тут придумывать. Звук такой делать.
такие вот наклейки клеить, короче. В общем, они даже заморочились больше, чем тот человек, который заморачивался на вот эти вот медные какие-то пирамидки, потому что там вообще было, блин, ну там пипец, там шло подключение провода, который вел в никуда. То есть провод вообще этот самый, как этот кабель, который ты подключаешь туда, он вообще функции не имел. То есть там был, ну, полный развод лохов. Здесь, короче, тоже развод лохов, я так понимаю, но здесь хоть заморочились они. Вот. 250 евро сейчас, в данный момент, за него хотят. Сколько он раньше стоил? Я так понимаю, что это еще было в марках, скорее всего, я не могу сказать. Но вот такой вот у нас есть херопфон. Ребят, кто знает по этой теме больше, может быть, я это самое. Может быть, я не знаю, может, кто-то знает больше по этой теме. Пишите комментарии. Вот. Но вот мое личное мнение, это очередной развод, очередной лохотрон. Знаете, это на сознание людей просто действует. Вот. Я не знаю, какую историю этому прибору придумали, вот, на что он влияет. Лично я вот сейчас чувствую, что от этого звука у меня сейчас это самое, голова разболится просто. Вот. Но, может быть, он на мозги и влияет. Вот, видите, еще можно громче сделать. Вот. То есть какой-то зомби-ящик, блин. Зомби-ящик. Вот. Не знаю. Давайте мы его выключим. А то еще сейчас это самое начнут чудить. Прикиньте. О. Короче, начну чудить. Вот. Общем, как-то так. Все, мы его отключили, мы его поставим сейчас в сторону. А от вас я жду по этому поводу комментариев. Вот, кто, у кого какое мнение, что за ящик, на что он влияет. Может, кто-то какую-то подробную информацию найдет о нем. Вот, потому что есть один в интернете, я нашел, в продаже стоит один такой. Вот. Не факт, что его купят за такую цену, но он есть. Вот, все, на этом пока, значит, пока тоже все. И, ребятки, пишите свое мнение по этому поводу. Всем удачи вам и до следующего ролика.